И снова Халк. Опасный эпизод. И мяч влетает таки в сетку. Еще один мяч забивают футболисты «Зенита». Рикошетом от дальней штанги. На 71-й минуте Родич удваивает преимущество хозяев. Под голкипером мяч прошел. Давайте еще раз всю комбинацию посмотрим. Родич, Халк, Родич. Но то, что очень хочется Родичу себя проявить сегодня, это было заметно. Он и атаки поддерживал, и боролся, и бегал на крыльях просто, и правила нарушал тоже.